Давайте нашу розмову розпочнемо з подій, які відбуваються в Селідово. От Юліан Рьопке, аналітик БІЛД, пише про те, що Селідово вже перебуває у напівкільці і Збройні сили України будуть змушені відступити. Він каже, що бригада Нацгвардії Карадах успішно тримає оборону в місті, але сусідні частини не справляються, тому бійцям доведеться відійти, аби уникнути оточення. Боєць Айдару Станіслав Бунятов також підтверджує, що російські війська поступово обходять місто, захоплюючи його у кліщі. Каже, що іноді їх вибивають з околиць, тим не менше на цій ділянці є ті ж проблеми з взаємодією, які характерні загалом для Збройних сил України. Скажіть, будь ласка, чи може Селідово повторити долю Вугледара? Може, така можливість точно є. Та ж сама картина, примірно, опять же, вивод для укріплення блоків деяких і флангів. Не готовых выполнять боевые задачи. Та же проблема с бусифицированными, ТРО, ну то есть и с управлением в том числе. Управлением уже неоднократно с вами проговаривали, уже давно надо уже подниматься на более высокий уровень управления, то есть с 400 километров фронта уже до 1500 километров фронт расширился, система управления осталась та же. То есть нам надо несколько еще колен однозначно уже делать, армейские, дивизионные, ну это мы уже проговаривали, по второму кругу не будет. Это однозначно есть, это беда. И пока ее не решат, ну у нас могут быть действительно большие проблемы. Это не может быть не обязательно там потеря Селидова, то есть на данный момент, потому что если сейчас примут меры наши командиры оперативного уровня, то там ситуацию можно выровнять. Все-таки Селидово в общую систему обороны там включено сейчас и уже намного, ну, проще, по крайней мере, чем в районе Угледара. Но, тем не менее, те же самые базовые проблемы. Они никуда не ушли, никто с ними не борется. А якщо так станеться, що ми, на жаль, втратимо так Селидово, мається на увазі, як це позначиться в цілому так на цій лінії фронту тут? Ну, они смогут двигаться, во-первых, с юга уже в сторону того же Покровска, и проблемы будут у Курахова. То есть это север, северо-запад Курахова, то есть начнут окружать в том числе и его. Потому Селидово на данный момент у нас, как вот примерно как Угледар удерживал южную часть Восточного фронта, так Селидово сейчас удерживает практически фронт от Покровска до Курахова. Если провалимся, то есть вывалимся из Селидова, то тогда проблема под Курахова начнется и под Покров. Якщо ворог бере в оточення, так, ось ці кліщі, ну, тобто, власне, цю тактику, де він скрізь використовується, мається на увазі, чи зробили ми висновки після Вугледару, коли говорили в наші військові про те, що вони довго не отримували наказу на відступ, так, і, на жаль, там залишилися наші військові під час відступу? Ну, до клещей там не дают, Селидово другая конфигурация фронта, потому вряд ли там дойдет именно до клещей. Просто угроза оперативного окружения может вынудить наших командиров принять решение о выводе войск из самого Селидова. Это другая конфигурация, то есть прямого такого же действия, как по Угледару, не будет. Но сама по себе, конечно, неприятная ситуация, тем более, еще раз повторюсь, ну, не вынесли абсолютно никаких уроков с угледарской ситуации. Повторяется та же самая картина и в Селидово. Особенно по управлению. Вот особенно по управлению. Почему проблемы, кстати, возникают по управлению как таковому? Я же не просто так уже, какой, наверное, 10-й, 11-й год уже об этом говорю. Нацгвардию надо переводить в прямое в штат вооруженных сил Украины. А так получается, у нас назвали, да, подставили плечо, вопросов нет, молодцы, выполнили определенную задачу. А дальше система управления должна быть в вооруженных силах Украины, причем с полным боевой выкладкой, то есть они должны стоять в штате вооруженных сил Украины, укомплектованы как армейские части. Это касается ТРО в том числе. До сих пор та же беда с ТРО. Они вроде как в составе сухопутных войск, а по большому счету их обеспечение очень далеко от линейных частей. Потому у нас две беды большие – ТРО и Нацгвардия. Так вот, Нацгвардия до сих пор напрямую, что она подчиняется Министерству внутренних дел. Это переподчинение идет уже на линии боевого соприкосновения, но опять же не укомплектовано в полном объеме. Там получают где-то какие-то танки, может быть, какую-то броню, но это не полная комплектация как таковая, естественно, не полностью вываливается из системы управления Генштаба.
Вот эта проблема есть, и если ее не решить, а ее никто не решает, самое интересное. Ну, реально, 11-й год об этом говорим, когда еще Нацгвардию только создавали. Ну, не создавали, а воссоздавали, по крайней мере. С внутренних войск опять из нее Нацгвардию делать. То есть и вопрос не решили. Ее надо было сразу заводить в вооруженные силы Украины, а не создавать, вернее, не воссоздавать в составе Министерства внутренних дел. Аваков тогда этим вопросом занимался. Вот мы пожинаем эти плоды. Разница в управлении однозначно есть, особенно когда под двумя управлениями одновременно. Министерство внутренних дел и вооруженных сил. Оголошена евакуація Куп'янського. За словами очільника обласної військової адміністрації, росіяни наблизилися до річки Оскіл та можуть через деякий час її форсувати. Чи можна говорити, що найближчим часом може розпочатися битва за Куп'янськ? Ну, битва за Куп'янськ йде вже другий рік. Тобто, навіть движення росіян в районі Сіньковки, це ж теж битва по большому счету за Куп'янськ. Ну і попытка їх окружити російські війська, які намагаються окружить, прижать наши войска к Осколу в районе Куп'янська, Куп'янського узлу, это как раз вот общие задачи, которые они могут выполнить. И, в принципе, давно уже должно было быть объявлена эвакуация, принудительная эвакуация. И, кстати, не только с Куп'янська, а еще и с Куп'янського узлу. У россиян есть такая возможность выйти на левый берег Оскола, южнее Куп'янського узлу. А у нас есть возможность, если туда перенаправить достаточное количество боеприпасов, их, в принципе, отсечь, головную колонну там легко отсечь серьезной огневой завесой. И, в принципе, опять будем ждать решения военно-политического руководства на такого рода действия. Но россияне начали двигаться не только в этом, по этому району, не только на Оскол. То есть у них сейчас есть там положительная динамика в районе Невского, это чуть южнее Макеевки, до этого они взяли под контроль Макеевку, это Черный Жеребец, то есть это южнее в сторону уже от Купянска, в сторону Лимана, то есть там общее давление происходит, проходит, и этот район нельзя сбрасывать со счетов. У них одна из основных задач по этому направлению, то есть прижать нас или выдавить нас за Оскол, за Северский Донецк, подойти к Лиману и подойти с севера к Славянску, то есть со стороны уже левого берега Северского Донца. Ну, для этого им, конечно, надо на Торское еще выйти, вот сейчас в районе Невска. Невска они уже практически контролируют. Это Черный Жеребец, река, это перед Осколом, тоже идет с севера на юг. То есть ситуация довольно-таки сложная по лиманскому направлению в том числе. Причем основная задача, одно дело выйти на левый берег Оскола и левый берег Северского Донца, а еще по правому берегу Белогоровка. Белогоровка – это последний, можно так сказать, оплот украинских войск на Луганской территории, на территории Луганской области. Вот у россиян одна из задач – это будет выдавить наш гарнизон именно из этой локации. То есть там тоже давление, это по правому берегу, правда, будет очень сильное, им намного проще его выполнить, заходя по левому берегу, то есть практически до Сиверска. Вот они сейчас пытаются вот решить. Родичі бійців, які зникли безвісти на Покровському напрямку, вийшли на мітинг на Майдані у Києві. Раніше люди масово повідомляли у соцмережах про зникнення своїх близьких. Особливо багато було повідомлень про зниклих бійців 152-ї бригади. Усі вони розповідають схожі історії про те, що їхні родичі військовослужбовці зникли місяці тому, а відповідальні органи не можуть підтвердити ні смерті, ні полонених, дають лише відписки. Крім того, вони підійшли так до Кабміну і вимагають, аби до них вийшли представники влади. Ну, це те, що от наразі, так, Роман Григорович, відомо. І навіть є такі думки, кажуть, навіщо класти людей, кажуть, що там, ну, зокрема, історія наших 28, проти них 900, і відправляють так, тобто непідготовлених, або дають у руки тільки один автомат. Наскільки, ну, таке це небезпечне явище, як ви вважаєте, от, і як це може скористатися ворог? Ну, це квіточки, ягодки впереді будуть. То есть этот вал будет ответный бумеранга, так называемого, брюсификации, он будет только нарастать. Власти еще придется с ним столкнуться, с народным гневом, и он может быть намного жестче, чем это было в 1994-1994 годах. Четверка – это такой интересный для Украины цифра. 1994, 2004, 2014, 2024. То есть каждые 10 лет нарастает определенное недовольство властью. Власть перебирает, как всегда. Сейчас так это вообще концлагерь
В концлагере иногда такие бунты бывают, что разносят весь концлагерь как таковой. Потому сейчас вот только начало. Начало этого бумеранга. Чем ударит и почему ударит бумерангом бусификация? Потому что людей немотивированных пытаются поставить в строй. Немотивированных, непрофпригодных, не обученных, естественно, и еще без достаточного снаряжения. Они будут погибать в больших количествах. И именно они первые будут погибать. Почему? Потому что профпригодность, она же подразумевает возможность выполнять некоторые задачи. Если человек не профпригоден, а еще и немотивированных выполнять не будет, а на войне, естественно, из-за этого погибают. Количество погибших очень большое может быть. Из-за бусификации напрямую, помимо количества погибших, потери территории. То, что сейчас происходит на Донбассе, это то в чистом виде вследствие бусификации и недостатка оборудования средств поражения. То есть, естественно, этот процесс он будет только увеличиваться. Он может принять довольно-таки жесткие меры, и ни полиция, ни служба безопасности с этим процессом просто не справится, даже по количеству. 30 миллионов человек против 100 тысяч правоохранителей. Ну, здесь понятно, кто победит. У нас это в 2014 году уже было. Поэтому вопрос по бусификации надо четко, чем быстрее, тем лучше решать, ставить крест и ходить срочно на прямой рекрутинг. Ну, это мы говорили уже. Мотивацию, денежную мотивацию очень важно сейчас. Допускать именно денежную мотивацию, где-то по 500 000 вступительных гривен, вступительных взносов, это имеется в виду, за подписание контракта, плюс где-то 250 тысяч гривен ежемесячного денежного содержания. И, естественно, ставить в строй, мы уже проговаривали неоднократно, госслужащих, уже на сгладью в ВСУ и тогда и в ТЦК переводить непосредственно в бригады и выполнять, то есть переходить уже на прямой рекрутинг, чтобы вопросы задавались комбригам. Вот когда люди приходят в бригаду, непосредственно становятся в строй боевой, так вопросы же будут тогда к комбригам. А куда вы их дели, куда вы их приняли, как вы их обучили? Вот это обратная связь, которая должна быть. А сейчас, естественно, власть поставила между людьми и военными, поставила ТЦКшников, создала условия негативные по приему, бусификации, мы это понимаем. И, естественно, этот как раз барьер, ТЦКшный барьер, он должен, в принципе, принять на себя удар, но он не принимает, он, естественно, ретранслирует это все на власть. Вот власть сейчас получает этот обратный эффект, он будет, еще раз повторюсь, усиливаться и может принять довольно-таки серьезные обороты. А этим однозначно воспользуется Россия. Вот однозначно. Они в свое время в 2014 году воспользовались, тогда напали на Украину. Сейчас воспользуются тоже такой же ситуацией, которую, в принципе, сгенерировала сама власть. Такое впечатление, что у них вообще задача такая стояла, как развалить Украину, как сдать Украину Путину. То есть вот в таком режиме довести народ до состояния, когда он просто затопчет эту власть. А это уже плохо скажется, естественно, на нашей власти. Так, а ворог як буде інформаційно, ви маєте на увазі впливати і підігрівати всі ці теми важкі для нашого суспільства? Они однозначно, они же сразу это цепляют. Они, это ж один из механизмов работы КГБ еще. Зачем что-то свое себе делать или что-то себе создавать? Надо подождать и посмотреть, с чем можно, что можно возглавить, что само возникнет, так сказать. Вот создали проблему, наши власти создали проблему внутри страны, она, естественно, начинает уже обретать определенные формы протеста, и этот протест начинают КГБшники, ФСБшники, неважно, как их называть, и его просто разогревать. Вот и все. Они его разогреют, они тут специалисты, они уже 100 лет на этой теме сидят. Разогреют, и мало не покажется. Так мало не покажется власти, а в конце концов потом и Украине в том числе. Тогда это хорошо, если военные успеют власть перехватить. Это хорошо. А если не успеют, будем потом по кусочкам собирать страну. Володимир Зеленський представив план перемоги у Верховній Раді. Основні його пункти. Перший – це запрошення України до НАТО вже зараз. Другий – оборона. Він каже, що нам потрібно нарощувати власне виробництво, а також збільшення допомоги від
західних партнерів. Далі третій пункт – це ключ. Україна пропонує розмістити на своїй землі комплексний неядерний стратегічний пакет стримування, якого буде достатньо для захисту України від будь-якої військової загрози з боку Росії. Четвертий – це економічний. І п'ятий – після війни ми матимемо один із найдосвідченіших військових контингентів, людей, які мають військовий досвід. І це гарантія безпеки у Європі. Роман Григорович, ось цей план перемоги. Ну, Володимир Зеленський, знову ж таки, про нього сказав. А що далі мається на увазі? Чи підтримують його партнери? Чи відобразиться все це на фронті? От давайте розберемо по пунктах. Наприклад, запрошення України до НАТО вже зараз. Ну, тобто, ймовірність цього всього. Ну, скоріше всього, давайте туди почнемо з самого контексту, так сказати. План побіди. Ну, план побіди, він має починатися з цілі. Ну, не с хотелок он должен начинаться, с цели. Вот вы прочитали этот план победы, вы цель увидели этого плана? Его-то, ее там нет. Цель – это обозначение, для чего выполняются определенные действия, чтобы достичь чего? Победы. Победа – это эфемерное понятие. Цель – это конкретная, когда прописывается, допустим, ну вот реально там, выход на границы 91 года, уничтожение российской армии, развал, допустим, тюрьмы народа в Российской Федерации. Вот это очень хорошая, кстати, цель. А дальше уже под цель рисуется план как таковой. Это ж не самураи писали, это Бусида, путь самурая. То есть это вопрос не в цели, а вопрос в пути, так называемом. Так, ну какие там, посмотрите на канцелярских этих товарищи, с них самурай, как с ней папа. Ну, то есть сам путь сам по себе, он же бесцельный в этом смысле. А цели здесь, в этом плане, не видно однозначно. План победы, победа, еще раз повторюсь, ее надо определить. То есть получается бесцельный план. Вот изначально стартово. Хотя это намного лучше, если говорить о том, что было в прошлом году, о формуле мира. Это вообще что-то какое-то непонятное словосочетание. Формула мира. Сейчас план победы. Но слово победы хоть более-менее понятно, в какую сторону. Не цель, но, по крайней мере, понятно, в какую сторону идти. То есть ушли, с одной стороны, от математиков, пришли к биологам, от формулы к плану. Но сам по себе план, он должен включать цель. Цели нет. А раз цели нет, то это, в принципе, ну, определенный набор хотелок. Райдер, как, если с точки зрения бизнеса можно назвать, допустим, протокол намерений. Вот оптимальный вариант, это можно было назвать протокол намерений. Вопрос только, опять же, в этом протоколе должны стороны, которые участвуют в этих намерениях, должны подписываться. То есть надо понимать, с кем вести дело. Потому как протокол намерений, как какой-то райдер, в принципе, можно его рассматривать, но не более того. Плана там нет. Особенно вот эти секретные пункты, ну, это из области мультяшек про почтальона Печкина. Я принес посылку, но я вам ее не отдам, потому что у вас документов нет. Ну, вот примерно так. Смысл тогда, если там есть секретные пункты, зачем их озвучивать? То есть, я же говорю, насмотрелись мультиков старых, еще советских, такие несколько почтальонов Печкиных, ну, примерно так. А реально, допустим, если по этим хотелкам, я уже не говорю о планах, то есть плана там не видно. По хотелкам некоторые толковые хотелки, особенно вот приглашение в НАТО, довольно такие, во-первых, реальные, то есть если бы это была хотелка вступления в НАТО, там буквально завтра, ну, она из области была тоже фантастики. А вот приглашение в НАТО, реальная хотелка, которую можно действительно, ну, запрашивать у наших партнеров, даже действительно ее выполнить. Дальше банальности. Банальности, связанные с просьбами вооружения. Оружие, еще раз оружие. Ну, это здесь ничего нового, так сказать. Разрешение работать по российской территории тоже банальность. Мы о ней уже постоянно говорим, потому это тоже как планом можно не считать. Приглашение, допустим, участвовать в некоторых экономических дальнейших планах, экономическом сотрудничестве больше смахивает на мошенничество, если честно. Но как можно предлагать титан нашим партнерам, и в это же самое время вольногорские и иршанские ГОКи титановые, лименитовые, продавать азербайджанцам? Потому что продали азербайджанцам, это значит россиянам.
в Березники уйдет этот весь ильменит на Титан для российской авиации, или там на Китай. Как-то через Китай попадут на Березники, неважно. То есть, ну, мошенники, это тут получается, те, кто эти хотелки рисовал, они еще и мошенники в чистом виде. Потому это же, естественно, наши партнеры срисуют, увидят, и их им просто предъявят. А еще и пошлют по курсу русского корабля. Потому, ну, вот максимум вот эти две позиции, не более того. То есть как-то обозначение победы вместо формулы мира на что-то есть более-менее. Ну и второе, приглашение в НАТО. Приглашение действительно надо добиваться. Не от этого Белого дома, который сейчас, ну не от этой администрации, которая сейчас управляет Белым домом, не от Байдена, а хотя бы от следующей, там, от Трампа или, по крайней мере, от Камалы Харрис. То есть этот вопрос надо поднимать и постоянно его мониторить, возможность такого рода приглашения. Ну а так дальше, в принципе, ну банальности, пока ни о чем. А скажіть, будь ласка, що до Титану мається на увазі і цієї угоди з Азербайджаном? Як ви вважаєте, чому й досі немає, ну, якби, скажімо так, реакції, ну, Служби безпеки України? Ну, саме плохое – вона в темі. То есть, если у нас служба безопасности в теме продажи этого «Титана», ну тогда понятно, почему она до сих пор не действует. А так вообще-то есть контрразведки вопрос. Причем это не служба безопасности вообще-то. Там есть определенная подследственность. Это вопрос контрразведки. То есть это конкретно «Титан» — это один из металлов, который используется в военной промышленности, причем в авиационной, ракетной. То есть это основной металл. И почему именно наши два, тем более государственные предприятия. То есть это ГОКи два государственных, вообще-то народу принадлежат. И они берут их и продают азербайджанцам. До этого продали Водафон. Сейчас пытаются прокачать газ уже с следующего года, типа Азербайджан. Российский газ будут прокачивать под видом Азербайджана. Очень, очень много вопросов к Азербайджану и вообще к этой теме, кто ее тянет, азербайджанскую тему. А вот почему контрразведка молчит, или у нас должна быть определенная подследственность, что часть точно в СБУ есть. То есть СБУ должна вопросом такого рода вопросами заниматься. Иначе будет то же самое, как у нас было с Запорожским заводом авиационных двигателей. То поставляли авиационные двигатели на российские К-52. Причем поставляли их до начала боевых действий, до 22 года. То есть с 14 года война шла, все это время поставлялись двигатели на К-52. Часть вертолетов, которые мы сбивали, были с движками этого времени. Вот вопрос, что делало СБУ? Большой вопрос. Вообще, где Баканов? Тоже большой вопрос. То есть вопросов по службе до Малюка, ну, очень много. Сейчас Малюк уже за последнее время как-то более-менее выстроил систему службы безопасности, почистились, но вот вопрос по Титану, он никуда не делся, он опять возник, и в том числе вопрос контрразведки. Роман Григорович, але це ж новина з'явилася в п'ятницю. Це питання національної безпеки. Скажіть, будь ласка, мається на увазі, і цього ж дня ми бачили ось ці рейди, так, які тривали по всім містам України, так, елітні ресторани, кафе, ми вже саме на це проговорювали. Це якось є якесь намагання, ну скажімо так, ну збити цю тему? Ну, это мы с вами проговаривали. Так есть. Это видно всегда, допустим, власть иногда для того, чтобы прикрыть какие-то свои такие вот мошеннические делишки, создает информационный повод, чтобы отвлечь внимание. Вот как раз в этот момент мы почему с вами проговорили, что одна из причин, почему ТЦКшники вместе с полицейскими и службой безопасности побежали ловить людей на улицу, то есть лишать их, это уголовное преступление, кстати, лишать их свободы передвижения, это как раз вот прикрыть этот вопрос с продажей военных, можно так сказать, стратегических объектов. Для нас это очень важно. И для нас, и как для экономики дальнейшей, мы все-таки авиационная страна. Мы самолеты делаем, вертолеты делаем, двигатели делаем. Титан очень много используется в двигателях в самолетных, то есть в реактивных, турбореактивных двигателях. Потому большой вопрос, что происходит. Куда эти мошенники наши тянут, нас тянут, это канцелярские, ну мы уже говорили, эти канцелярские, уже их как угодно можно назвать, барыги канцелярские, потому что это их работа.
И прокачка через трубу нефти и газа, это все работа канцелярских барыг. Они как были с 2014 года на войне зарабатывают, они до сих пор зарабатывают. Вопрос, кто ими руководит. Это тоже вопрос, кстати, контрразведки. Тут непосредственный вопрос контрразведки служб безопасности. Роман Георгійович, ФІЦО каже, що він очікує, що війна в Україні закінчиться скоро. Каже, завтра на засіданні Європейської ради можуть з'явитися натяки, коли це може статися, оскільки несподівано піднімається тема запрошення України до НАТО. І паралельно з'явилася новина про те, що Шольц заявив про готовність говорити з Путіним щодо врегулювання війни в Україні. Тобто, яким чином ці речі пов'язані із НАТО, із запрошенням до НАТО? Ну, идет сейчас, мы уже тоже проговаривали, полгода идут всякие переговоры. За спиной Украины это однозначно, потому что переговаривают Белый дом, Китай, Москва, то есть двигают как-то в эту шахматную партию, пытаются, по крайней мере, подвигать. Потому возможность, вернее, таких переговоров у них, по крайней мере, точно есть. Артикуляция того, что типа за спиной Украины ничего делаться не будет, это просто артикуляция, не более того. Вопрос, как украинское общество к этому отнесется. Потому посмотрим, что они там будут предлагать. Если это, естественно, не будет капитуляции Украины, можно слушать. Если какие-то предложения будут по капитуляции Украины, ну, по курсу русского корабля, всех, кто будет предлагать такого, вместе с властью, кстати, нашей, их тоже надо будет посылать по курсу русского корабля, потому что это исполнительная власть, вы видите, что делает. То есть она просто торгует страной, торгует, продали землю, продали титан, продали все и вся. А дальше им надо, очень важно, это исполнительная власть, надо остановить боевые действия, чтобы дальше усидеть, попытаться восстановиться и еще раз зайти во власть. Они же уже пересидели, уже шестой год пошел. Тут большие вопросы к их легитимности. Причем не только у нас, и у мирового сообщества. Потому много проблем у исполнительной власти. Есть оптимальный вариант – это их послать по курсу русского корабля, полностью перезагрузить исполнительную власть. Это в руках, по крайней мере, политической власти, без, допустим, каких-то великих внутренних потрясений політики. Посол України Євгеній Корнійчук заявив, що Ізраїль відхилив пропозицію Києва об'єднати зусилля у протидії іранським безпілотникам. Він звинуватив Єрусалим за тісну співпрацю з Москвою. За його словами, ще в лютому 23-го року він приніс до офісу Нетаньягу залишки іранського безпілотника, яким Росія обстріляла Київ. У такий спосіб хотів попередити, що іранські дрони можуть стати загрозою і для Ізраїлю. Ну, тобто, Роман Григорович, тут на що ми можемо розраховувати, в принципі? Ну, хороший мой знакомый посол в Израиле. Так что много чего знаю, что делается в Израиле. И, конечно, его поддерживаю. Молодец. Один из немногих, можно так сказать, наших дипломатов, который конкретно выполняет задачу именно украинскую. То есть такой проукраинский, украиноцентрист, я бы так сказал. У нас несколько таких есть дипломатов вот, в Организации Объединенных Наций. Есть еще в Европе несколько дипломатов есть. Вот один из них в Израиле. Действительно, он очень много сделал для Украины, для украинцев. Ну и дальше пытается сделать. Очень сложно. Почему? Потому что попадает под, наверное, с трех сторон удары. И со стороны некоторых украинских. Можно власть, как это кажут у нас в Украине, потому что отстаивает проукраинскую позицию. Ну, естественно, давление Белого дома, давление израильское. То есть, но тем не менее выполняет эту задачу, и вот одна из его акций, по крайней мере, по поводу того, что предложить и проталкивать эту идею совместного производства или совместной борьбы против Ирана. Израиль отказывается. Вот я сколько раз говорил по поводу, опять же, не Израиль, вот это неправильно, сам тоже иногда в такие неточности допускаю. Правительство Нетаньяху отказывается. Потому что Израиль, израильтяне, они Украину поддерживают, они прекрасно понимают, что мы боремся с врагом, иногда по некоторым позициям с общим врагом, допустим, тот же Иран. То есть, а вот правительство Нетаньяху ведет себя, ну, мягко скажем, неадекватно. Причем на прямые уже требования, предложения вот о такого рода действиях. Ну, это на совести Нетаньяху и на совести тех, кто его поддерживает. Романе Георгійовичу, традиційно три бліц-запитання для вас підготувала. Скажіть, будь ласка, удари по Одеському порту – це бажання ворога витіснити європейські компанії з Чорного моря? Это, може бути, багато задач виконується цими ударами. Діло в тому, що це і терористичні
Це одна із задач. Росіяни в режимі такому уничтоження українців, а це геноцид в чистому виді. Терористичні атаки проводять. Ми бачили, як вони намагалися заходити в ту же зернову сделку в своє время у 22-му году. Помните, коли йшла зернова сделка в Стамбулі, вони били в це время ракетами по Вінниці, ми тоді потеряли і дітей, і гражданських. Тобто це от такий механізм. Вони можуть зараз что-то требовать, допустим, даже не исключая возможности в разряде, начиная от титана и заканчивая какими-то с преференциями в тех же зерновых некоторых делах, и бить по нашим портам. Террористическая атака, ну, естественно, один из механизмов воздействовать, в том числе на наших партнеров, которые предоставляют свои суда. Это и на, в основном, это греческие компании очень много, давить в том числе и на британцев, потому что в основном британская Lloyd страхует или, по крайней мере, под ее перестрахованием идет само движение, сам этот транзит. Очень много задач могут россияне выполнять. Какая именно, будет ясно уже после, ну, через определенное время. Як ви гадаєте, Україна готує знищення військових цілей в Криму найближчим часом? Ну, у нас за последние сколько, 11-й год мы воюем, в принципе, наша разведка, у нас молодцы разведчики практически все по всем позициям, службы безопасности, Главное управление разведки, службы внешней разведки, они определили уже сотни и тысячи целей. То есть они уже есть. Вопрос до разведки, корректировки, подтверждения, это легко решается. Было бы чем? Потому подготовка у нас точно есть. У нас готовность по всем военным объектам. А в Криму больше 150 только стационарных, около полусотни мобильных военных объектов. Это точно есть. Плюс уже есть видимость по военным объектам до Урала, это как минимум. То есть расчеты на то, что наши беспилотники, которые уже доходят до 1800-2000 километров, это практически Урал, они могут и туда доставать. Нечем бить. То есть у нас нет достаточного количества средств поражения. Поэтому очень важна помощь партнеров в этом вопросе. Запасів артилерії Росії вистачить до 2026 року? Ну, некоректний вопрос. Не вопрос, а некоректне утверждение. Почему? Потому что росіяни производять вооружение. То есть у них они производять достаточно большое количество вооружений и в том числе артилерійських стволов. А тем более могут закупать. Страна, которая производит какое-то количество вооружения, она же в ноль не выйдет. Они могут выйти в нулевые складские остатки, так называемые. Вот в следующем году однозначно они выйдут в нули по складам, по складским остаткам, по артиллерии, по боевым бронированным машинам, по всей тяжелой технике. У них на складах практически ничего советского не останется. Но они будут производить каждый день, вот как каждый день они производят 5-7 тысяч боеприпасов. На складах у них этих боеприпасов нет, они сразу работают с колес, но они работают, то есть в нули они в этом смысле не выйдут. Пока будет работать российская экономика, в нули они не выйдут. А санкциями эта российская экономика, прямыми, даже прямыми санкциями, она ее не завалишь. То есть здесь надо комплексный подход, начиная от снижения цены на нефть до уровня 40-50 долларов за баррель и заканчивая обозначением вообще России как страны, спонсора терроризма для введения вторичных санкций на те страны, которые с этой страной работают. Кстати, включая нас.